This RPG is amazing! I'm gonna play non-stop until I beat this game! Never mind, gems are back! Hello, Steven. What is that? This is an ancient gem weapon. In the hands of a powerful gem, it could be used to command an entire army of light. Cool! Can I see? Oh no, absolutely not. It's very dangerous. Well, in the hands of a powerful gem, anyway. But in the hands of Steven, not so much. Yeah, me no powerful. All right, but be careful. Steven, stay back. Oh no! Now the light creatures are loose in the world! We must work together to track them down and return them to the prism! Four heroes, teaming up for a magic adventure. This is like the greatest RPG ever! Атака света, так называется игра, которую мы сегодня будем играть. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Ну что ж, давайте приступим. Так, нам нужно сюда перейти. Выберите сложность игры. Алмаз? Не, давайте мы, наверное, начнем для новичков. Тем более, уровень сложности можно поменять в любой момент. Так, у нас первая миссия. Поехали. Загрузочка и... Вау, куда это мы телепортировались? Смахивай, чтобы перемещаться между комнатами. Понятно. У нас якобы такой отрядик, да? Я и три девчонки-супергеройки. Это еще кто такие? Фу, скорпионы! Это не простые скорпионы, в них превратился свет из призмы. Стивен, нужно уничтожить этих существ. Тогда за работу. Ну, естественно, за работу, ребята. Битва. Ух ты. Нажми на гранат. Нажми на силу. Выбери цель. Жми, когда увидишь звезду, для выполнения бонусной атаки. Ага, вот оно что. Будем теперь знать. Ух ты, было здорово. Спасибо, Стивен. Стивен, погляди-ка. Нажми на аметист. Ага. Ну-ка. Жми, когда увидишь звезду. Это понятно все, ребят. Вот она что делает. Круто! Вот так-то. У существ из призмы нет ни единого шанса. Способности расходуют звезды. Ага. Когда звезды кончатся, нужно завершать ход. Понятно, защищайся. Для защиты жми в любом месте, когда увидишь звезду. Все, я понял, ребята. Атакуем. Друзья, давайте я помогу. Нажми на Стивена. Нажми на силу. Нажми на жемчуг, чтобы воодушевить ее. Ага, это жемчуг, значит. Жемчуг, ты справишься. Спасибо, что подбодрил, Стивен. Да не за что. Ну, что, давайте тогда атаковать, наверное. Ну-ка. С копьем с таким. Опа. И нет скорпиончика, ребята. У нас осталось две звезды, а значит, нам хватает на атаку. Круто. Вот делов-то на копейку, ребят. Ура, победа. Ух ты, у них тут еще и уровень растет. Что такое? Всегда пожалуйста. Угу, хорошо. Ну что же, наверное, нам нужно куда-то с вами двигаться далее. О, сундук. Ой, смотрите, с ума сойти. Стивен, ты что, никогда не видел сундуков с сокровищами? Ох, мамочки, какой же он красивый. Стивен, что у тебя на уме? Хочу его открыть. Вот и правильно, нажми на него. С удовольствием. Так, что он там найдет?
Звездный фрукт. Хм, а зачем он? Ура, сокровище! И? Идти дальше надо? Этап 1-1 пройден, ребят, на 100%. У нас это идет как обучение, я так понимаю, да? Ничего пока сложного нет, у нас просто знакомят поближе с игрой. Что и как и почему, и для чего. Так, мы с вами, я так понимаю, перешли дальше. Давай, 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 Стивен, пошли, елки-палки, радоваться будем потом. О, а это что такое? Хм. Ой, это же световая преграда. Существа из призмы воздействуют на пещеры. Кажется, дверь заперта, значит... Где-то должен быть спрятан ключ. Так, точно. Верно, Стивен, отправимся на поиски. Круто. Так, а где же нам искать ключ? О, опять скорпиончики, и опять у нас битва. Ладно, сейчас они у нас получат звездюлей. Будем атаковать. Еще больше скорпионов, везет же нам на них. Нажми на Стивена. Так, нажми, чтобы открыть инвентарь. Предметы хранятся в рюкзаке. Стивен может использовать один предмет за ход. Так, нажать сюда, значит. Снова нажмите на выбранный предмет, чтобы его использовать. Ага, добавляет звезды, значит, нам звездный фрукт. Понятно. Давайте атаковать. Гранат. Ну, хоба. Блин, не успел, ребята, еще раз нажать. Короче, когда у нас загорается звезда, если мы нажимаем еще разок, то она делает второе комбо. Превосходно, вот видите, как сейчас. Вот сейчас все было удачно. Так, ну-ка давайте плеточкой. Отлично, великолепно, аметист. У нас есть еще две звезды. А это что такое? Блин, на кого бы применить? И что это вообще делает? Ну давайте вот на аметист. Плюс 10. Плюс 10 хп, наверное, да? Отлично, отразили атаку. Блин, не успел. Ладно, давайте атаковать далее. Ну что, гранат, добьешь скорпиона этого? Прекрасно. Вздрючили мы его. Так, ну что, метис, твоя очередь. Давай-ка плеточкой. Прекрасно. Так, один, а что у нас один? У нас нету ничего, по-моему. Блин, за одну звезду. Ладно, конец хода делаем. Атакует. Хрен тебе, скорпион. Губюшки раскатил. Ну, а мы, наверное, его сейчас добьем все-таки. Да. Ух ты. Звездный фрукт и печенье-кошка. Печенье даже какое-то здесь у нас есть. Так, ну что же. Нажми на Стивена, чтобы открыть рюкзак. Некоторыми предметами можно пользоваться не только во время битвы. Печенье-кошка восстанавливает немного гармонии. Ну, это здоровье, ребят, я так понимаю, да? Хорошо, давайте вот сюда. О, еще один сундучок. Замечательно. Что нам достанется из него? Печенье кошка. Хорошо. Я только рад этому. О, битва. И тут у нас уже не скорпиончики далеко, а какие-то летающие мышки. Ладно, попробуем. Хотя, ай, не успел, ребята, не успел, к сожалению. Так, ну что, давайте тогда еще разок. Я понимаю, так у гранат самый мощный удар. Да, превосходно. Защищаемся. Ух, блин, а я не успел, ребята. Я думал, они будут медленно. Ага, они вон как атакуют. Очень и очень быстро. Хорошо, давайте добьем одну из мышей. Отлично. Так, и еще одна туда сосу. Звездный фрукт подобрали. То есть они дропаются еще вдобавок. Идеально. Так, конец хода и... Хе-хе, не тут-то было. Ну что, по-моему, пора добивать. Ну, когда ты справишься со своей задачей. Да, умница, молодец. Слушайте, а что мы там копим? Какие-то кристаллики. Путь к совершенству. Повысь уровень кого-нибудь из самоцветов. Открыть щитолом. Лишает врага защиты, разрушает щиты. Ага, это для гранат. Она у нас выучила какой-то, видимо, новый удар. Хорошо. А это что такое тут?
Поглядите на ту смешную глыбу. Вылитая жемчуг. Ха-ха. Хм, странно все это. Да, в этой пещере встречаются очень необычные вещи. Погоди-ка, по-моему, я вижу что-то за глыбой. Ну, давай посмотрим. Синий ключ, вот оно что, ребята. Ура, тут спрятан ключ. Спасибо, глыба в виде жемчуга. Да уж, Стивен, пора возвращаться к запертой двери. Запертая дверь. А, да, у нас же ключик-то как раз для нее, а это у нас где-то внизу. Так, еще что? А, вот он, вот здесь. Та-дам! Вот и все, открыли мы, ребята, дверь, и тут у нас опять два скорпиончика и мышка летающая. Сейчас мы их разбомбим. Вот у нас, значит... Слушайте, ну пробивает щиты, я так понимаю, для тех, кто будет, наверное, в защиту вставать, скорее всего. Ну-ка. О, аметист нормуль получилось. Блин, кто же у нас есть на один удар? Да никого нету на одну звезду. Рано нажал я. Ну что же, давай, наверное, попробуем. А, вот, у нее, блин, на один. Будем знать, ребят. Та-дэнс. Отлично, добили. Так, звездный фрукт мы получили. И у нас тут осталась только мышка летающая. Получи плеткой. Да, аметист, конечно, бьет хорошо, но слабый удар. Слишком высоко, елки-палки. Она не может доставать летающих, значит, понятно. Что такое, что такое? Аметист, ты отравлена, по ходу дела? Это плохо. Так, гранат, давай быстрее разберемся. Добила, молодец, идеально. И у нас тут, смотрите, еще сундучок лежит какой-то. Новый уровень. Так, жемчуг, чтоб тебе повысить, давайте гармонию. Это, я так понимаю, ХП. Так, замечательно. Ну, сундучок нам все-таки нужно, ребята, открыть. Как бы мне вот избавить ее от отравления? Это у нас гармония, это ХПшки восстанавливает. Это у нас звезды. Нет у меня ничего такого. Жаль. Ну-ка, может, здесь что-нибудь найдем? Нет, нифига, тут только звездный фрукт у нас. Хм. Хорошо, давайте двигаться. А, вот мы и прошли, кстати. Этап 1-2 пройден у нас на 100%. Отлично. Куда нас сейчас опять отправят? Загрузочка и... Понял, мы, короче, будем здесь лазить в этом подземелье до тех пор, пока непонятно, что случится. Прямо как в компьютерной игре. Никогда не понимала этих ваших компьютерных игр. Это же так круто, там можно выполнять разные задания. Изучать пещеры, сражаться с врагами, искать сокровища. И делать еще кучу всего. А ведь и правда похоже на то, чем мы занимаемся. Да прям копия, я бы так сказал. Ну что ж, давайте сюда. Ох ты, а это кто такой? Битва. Что за чудище-то у нас тут такое, а? Ого, какое сильное создание. Я разберусь. Нажми на гранат. Эта сила разрушает защиту врага. Ага. Щитолом, вот оно что, ребята. Блин, тут еще надо попасть. Умудрился, кажись. Да, пробили мы эту защиту. Эта сила ослабляет защиту. Примени ее к любой цели, чтобы усилить свою атаку. Даже так. Хорошо. Ну, а теперь давайте тогда атаковать уже, что ли, этого хламона. Ух ты, добили. Удачно, удачно у нас тут получилось. И опять победа. А ничего другого и быть не могло. Так, нам нужно, наверное, наверх, ага. Так, а здесь, наверное, можно и туда, и сюда сходить. Опс. Здесь нам не пройти. Западня. Западня. Ты смотри, тут у нас и скорпион, и какой-то крот. Опа-на. Рано я нажал. Так, а крот-то у нас скрылся. Хм. Ладно, будем тогда бить по скорпиону. Превосходненько.
Ну что, гранат, твоя очередь? Добьешь? Молодец, добила. Так, мы получаем с вами одну звезду. Слушайте, а по-моему толку... Да, не видно цели. Она у нас летающих бить, блин, не может. Невидимые цели она тоже не может атаковать. Что ж ты за герой-то такой, а? Ты посмотри на гранат. Бомбит все, что ей под руку попадется. Ну, аметист, кстати, тоже не промах. Ну, у нее атака в разы, конечно, слабее. Так, ну давай, попробуем. Балерина, опа, удачно. Так, завершаем. На кого будет атака? Ну, а, не на кого, ребят, просто спрятался крот. Черт подери. Успей тут нафиг защититься еще. Надо приноровиться, ребят. Так, ну давайте добиваем, наверное, да? Оба-на. Козырная. Звездный фрукт у нас в руках. И нам нужно двигаться сюда, ребят, направо. И найти ключик надо, значит, нам. Так, а это еще что такое? А что это за треугольная дамочка? Похоже, это древний идол призмы. Посмотрим, получится ли его включить. Может, стукнуть по ней хорошенько? Не говори ерунды. Стивен, есть какие-нибудь мысли? Может, нужно к ней прикоснуться? Вот так-то, я же говорила. Эх. Новый уровень. Открыть двойной удар. Смахни, чтобы задеть несколько целей. Это у нас для аметист. Новый удар мы изучили. Так, и что здесь такое? Ах, ребята, это у нас магазин. Давайте купим. Так, звездный суперфрукт. Добавляет 6 звезд, 50 кристаллов. Отлично, у нас 34 еще осталось. Можно купить печенье кошка. Давайте-ка возьмем 3 штучки. Ух ты, здесь еще и сундучок у нас лежит. И в нем нам достается вот синий ключ. Как раз то, что мы и с вами искали. Давайте возвращаться к той двери. Вот она. Использовали. Дверь открылась, и мы с вами продвигаемся. Ой, погоди-ка. Еще одна световая преграда. Но у нас больше нет ключей. И о том же. Влипли. Смотрите, кажется, со стеной творится что-то странное. Что? Я вот не вижу. Может... Ах, вот оно что. Это что, тайная комната? Всегда мечтал такую найти. Нам надо и дальше обращать внимание на тайные комнаты. Стивен, ты нашел целительный источник. В плане. Опа, мы восстановили себе здоровье, и я смотрю, здесь сундук. И в нем стопудово ключ будет. Да, синий ключик, отлично. Сейчас мы с вами открываем вот эту дверьку. И спускаемся вниз. Хорошо-то как. Причем здесь никого нет, опять сундук. Ну, сундуков здесь многовато дают. Значок лунной богини. Так, ребята, это что-то новенькое. Отлично, я нашел какую-то ерунду. На один значок нажми кнопку меню. Хм. Значки. Нажать на него надо и выбрать. Значок лунной богини увеличивает защиту от голубых и синих врагов на 25%. Ух, ну давайте, наверное, вот... А как... Подожди. Вот, получилось. Снова нажми, чтобы вернуться. Ёлки-палки, а не многовато ли здесь вас? Блин, надо снимать броню, ребята, вот здесь, я смотрю. Так, ну-ка... Удачно, неудачно. Отлично, получилось. На-ка, выкуси, гаденыш. Какая-то улитка. И добиваем ее, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Не получилось у нас двойная атака. И нас атакуют. Блин, по полной программе причем. Что ты там делаешь? Так. Рано, блин, нажал. Теперь поздно. Что ж так не везет-то? Ну, давайте попробуем вот этот вот удар.
Ага, надо вот так делать. Получили, всыпало вам, аметист. Так, ну-ка давай, роднуля моя. Добить должна. Да, добиваем. И завершаем ход. Опять защищаемся. Тут два скорпиона и, блин, это вонючая мелкая летающая мышь, которая очень быстро атакует, причем. Ну, а скорпиончики медленно, поэтому мы успеваем отразить их атаки. Ну, на этот раз... Ай-яй-яй-яй-яй. Не сработало почему-то у нас, ребята. Ладно, хорошо. Давайте еще потратим. Теперь отлично у нас получилось. Ну, что же. Жемчуг, давай. Будешь атаковать. Блин, поздно. Поздно. Тут надо в ритм, ребята, попадать. Так же, как и защищаться. Мое, рано, поздно. Все как-то через одно место. Добьем. Ну, гранат. Замечательно. Вот. Так, у нас еще есть. Давайте-ка, наверное, вот эту вот мышь. Три звезды, как говорится, у нас есть. Потратим их. Ай-яй-яй, не успели добить. Хорошо, будем переходить тогда в защиту. Ох, хорошо как получилось. Ну, а теперь лови ответочку от самой гранат. Давай-ка, родная моя, по полной программе вмажем. Замечательно. Разнесли в пух и прах. Ура, победа! Оу, новый уровень получает у меня Стивен. Открыть защитный пузырь. Окружает самоцвет, защищая от любой атаки. Ого. Стивен у нас здесь, знаете, как этот, саппорт. Помощник. Этап 1-3 пройден на 100%. Today, хорошая работа, Стивен. Так, и мы с вами телепортируемся далее. Угу. Тут у нас, смотрите, сундучок уже ждет. Да-да-да, Стивен, давай открывать его. Велосипедный шлем? Это что-то новенькое. Ну-ка, как там посмотреть-то? Вот. Увеличивают защиту самоцвета на 5 ходов. На 5 ходов. Так. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то пишите мне в комментариях, и мы обязательно продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и до скорого.